Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час. Програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні Людмила Валеріївна Шерстюк, відповідальний секретар приймальної комісії Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Людмила Валеріївна, я думаю, що наші зрителі догадались, що ви у нас в студії сьогодні появились не случайно, тому що закінчен учебний год. Потенциальные абитуриенты вышли во взрослую жизнь и смотрят, и их родители теперь задают вопрос, те, кто собирается продолжить получить образование, получить высшее образование, куда же, собственно, отправиться? Куда отправиться? Когда начинается вступительная кампания в этом году? В этом году вступительная кампания начинается 10 июля и заканчивается 1 августа. Я имею в виду прием документов. Но не все категории поступающих могут сдавать документы именно в этот период. С 10 июля по 24 июля сдают документы те, кто хотят сдавать творческий конкурс. В нашем университете это специальности журналистика, здоровье людини и спорт. Все остальные до первого августа. Каждый год, вот, собственно, в том числе и представители Черноморского государственного университета, вот в этот период, перед началом вступительной кампании, приходят в студию, и мы традиционно говорим, какие новшества в этом году вступительной кампании. Я думаю, что этот год не стал исключением. Есть что-то новое, отличающееся от того, что было в предыдущие годы. Какие инновации в этом году? Да, действительно, в этом году достаточно много новшеств по сравнению даже с прошлым годом, с кампанией вступительной прошлого года. Ну, первое новшество, это все знают об этом, поэтому некоторым абитуриентам пришлось регистрироваться еще раз, это то, что в этой вступительной кампании только ЗНО 15 года. Поэтому ребята, которые сдавали ЗНО в прошлом году, позапрошлом году, они снова регистрировались, снова сдавали ЗНО и будут подавать документы в высшее учебное заведение. Вторая инновация – это приоритетность. Приоритетность имеет целью показать тот вуз и ту специальность, которую абитуриент хочет больше всего, и туда, куда он хочет пойти учиться по итогу. Ну, надо выбрать еще до начала вступительной кампании. Для того, чтобы правильно расставить приоритетность, нужно оценить не только вуз, какой вуз вы хотите выбрать, где вы хотите учиться, но еще и специальность. Среди трех специальностей в 5 вузов, как и в прошлом году, нужно выбрать для себя самую заманчивую, поставить там единичку, выбрать вторую, на которую вы, скорее всего, хотите пойти учиться, и третью, наверное, такую или важную для вас, или для подстраховки. Например, каждый выбирает. Вот, например, как для это, себя. Ну вот, например, как это работает. Вот я абитуриент. Предположим, гуманитарного склада. И вроде бы у меня ЗНО по литературе, истории, там вот эти вот, и английскому языку, ну, да, украинский, английский, и что там еще. Ну, с таким набором я вам могу порекомендовать филологию родную свою. На филологии есть 3 направления. Это мова и литература для тех, кто хочет быть и преподавателем, и филологом. Переклад, переводчик, ну и украинский язык, и английский язык. Там двойная специальность, тоже очень хорошая. Вы можете поставить первую приоритетность, например, на английский язык, если вы учили английский, или немецкий, если вы учили немецкий, это может испанский, французский. Вторую приоритетность, например, на украинский и английский. И третью на перевод, и, ну, если вы так желаете. Там на переводе зачем тоже это сделано вот в этом году вот таким вот образом? Ну, я думаю, что все-таки общественность, и мы все хотим, чтобы человек, который поступает в высшее учебное заведение, он был профориентирован. То есть он выбрал для себя определенную специальность, и он в этой специальности, и только в этой специальности хотел бы и учиться, и продолжать работать, продолжать научные исследования, возможно, и чтобы отсечь, ну, какие-то разновсяческие возможности, которые, ну, человек не хочет туда поступать, просто берет для страховки. Вот чтобы отсечь эти страховочные варианты, наверное, все-таки возникла приоритетность. Какой-то внеконкурсный отбор в этом году или как прием, внеконкурсный прием в этом году предусмотрен? Да, те же категории людей, которые каждый год имели позаконкурсный вступ, это сироты, инвалиды, чернобыльцы, но там только категория D, те, которые стали инвалидами. Кроме того, добавилось в правилах приема, что члены сборных команд Украины, которые принимали участие в международных
соревнованиях, а также чемпионы, призеры Олимпийских, Паралимпийских игр, они имеют право на позаконкурсный, внеконкурсный вступ на специальный спорт и физическое воспитание. В ЧДУ это имеет непосредственно? Да, да, потому что у нас есть специальный спорт, в прошлом году открылось, и... Пожалуйста, поступайте, вы будете иметь возможность вне конкурсного поступления. А вот вы говорите специальный спорт, она подразумевает подготовку каких специалистов? Тренеров, кого? Это тренер, учитель физкультуры и спортсмен. То есть, собственно, уже практикующие спортсмены будут профессиональные, иметь... Профессиональные, да, профессиональные. Спортсмены, профессиональные. Среди количества у нас уже больше, чем 90 человек учатся на первом, втором, третьем курсе этой специальности, хотя мы ее открыли только в прошлом году. Среди них очень много профессиональных спортсменов. Это и призеры Олимпийских игр, и призеры есть у нас Паралимпийских игр, и фехтовальщики, которые привезли с чемпионата мира вот буквально серебро. То есть их достаточно много, профессиональных спортсменов. И желающих, те, которые хотят заниматься профессионально спортом, они тоже вливаются в этот коллектив, занимаются в спортивных секциях и пытаются добиться успехов. Хорошо. Ранее имело значение количество баллов, которые потенциальный абитуриент набирает вот по результатам ЗНО, как в этом году? Ну, в этом году также количество баллов имеет очень большое значение. Единственное, что сняли порог 124 балла и 140 баллов. Вместо этого ввели весовые коэффициенты, которые будут все-таки определять, какой предмет имеет более важное значение для этой специальности. Вот, например, математика для технических, или история Украины, или иностранный язык для гуманитарных специальностей. Эти коэффициенты прописаны в условиях приема всеукраинских для того, творческого конкурса это 0,25, для всех остальных вуз выбирает сам себе и для выбирает вот этот количество коэффициент, именно сам коэффициент. Но средний балл аттестата должен составлять тоже 0,1, умножается на этот коэффициент. Чтобы было понятно, вот, например, вы сдавали украинский язык, историю Украины и, ну, пускай английский язык, да, и средний балл аттестата у вас еще есть. Вот четыре параметра, по которым мы выстраиваем рейтинговый список. Например, проставляем весовой коэффициент 0,3. Тогда и украинский язык, и английский, и история Украины умножаются на 0,3, 200 баллов на 0,3 умножаются каждый отдельно, плюс 0,1 – это средний балл аттестата. То есть весовой коэффициент предполагает, что в сумме единица, 0,3, 0,3, 0,3 и 0,1 вместе единица. Это приведет к тому, что раньше максимальный балл был 800, а сегодня будет 200. Единственное, что еще будет 10 или 20 баллов в зависимости от того, принимал ли ребенок участие в Малой академии наук, во всеукраинских олимпиадах, если раньше таким детям давалась возможность вне конкурса поступать или первоочередное поступление. В этом году 10 баллов за первое место, 8 баллов за второе, 6 баллов, соответственно, за третье место. И в Малой академии наук, и в... олимпиадах международных. Поэтому получается, что максимальное количество баллов это 210-220, в отличие от 800, которые были в прошлом году. Но это больше касается технических специалистов. Родители понимают вот это вот все, и, собственно, сами абитуриенты, вот эту всю арифметику. Ну, я думаю, что они с этим разберутся. Сложно будет приемной комиссии вот сейчас общаться с людьми. На самом деле это все считает сама база, единая база испытания свиты. И уже в системе конкурс, как всегда, предыдущие годы, они увидят себя и увидят с этими Система баллами. Система конкурс будет действовать, да, в онлайне, да, как, да, собственно, да, обычно в предыдущие годы она действовала. Конечно. И это очень легко будет от этого и абитуриентам, и нам, как приемной комиссии, потому что достаточно сложно этот процесс общения. Счета всех этих баллов, вы сами говорите об этом. Просто я хочу обратить внимание родителей и абитуриентов, что если они уже смотрели систему конкурс и в прошлом году посмотрели, что у какого-то абитуриента было 800-700 баллов, а в этом году откроют себя и у них будет 150 или 200 всего баллов в сумме за все 4, 3 ЗНО и балл аттестата, то чтобы у них не было вот шока и не было такой как-то растерянности, понимаете, в этом вопросе. Я думаю, у многих в этом году
году уже шок, собственно, по факту проведения ЗНО. Мы будем помогать, стараться объяснять это все. У нас работает консультационный пункт, мы работаем практически без выходных, поэтому приглашаем всех, у кого есть вопросы, пожалуйста, звоните, пожалуйста, уже приходите. Можно, да, можно уже сегодня приходить консультироваться, постоянно работает приемная комиссия уже на уровне консультации, и мы можем отвечать на все вопросы. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в Фейсбуке или ВКонтактах, так и называется наша страничка «Приемная комиссия ЧДУ». Задавайте вопросы, и мы рады вам ответить на них. Хорошо. У вас выше прозвучало по поводу журналистики, специальности, которая в этом году уже есть, вы будете осуществлять набор. Да. Вы это упомянули в контексте творческого конкурса, который будет необходим. Эта специальность уже пролицензирована, я так понимаю. Да. Вы принимаете набор студентов. Да. Кого ждете на эту специальность? Мы ждем талантливых, желающих показать себя в сфере журналистики. Наверное, это люди, которые очень хорошо подкованы и в устной речи, и в письменной, и покажут, наверное, все свои способности на творческом конкурсе. На творческий конкурс они могут приносить все свои наработки, если они уже на радио, на телевидении. А если выступали или они делали какие-то ролики, они могут приносить все эти материалы и показывать конкурсной комиссии, для того, чтобы представить себя. Если нет таких наработок, это не ограничивает возможность человека поступать на эту специальность. Будет просто собеседование проведено устное, программа творческого конкурса уже есть на сайте, на нашем официальном, есть в группах ВКонтакте и Facebook. Пожалуйста, консультируйтесь, тоже по этим вопросам приходите. Ходите или читайте просто программы. Если мы говорим об обязательном перечне документов, которые необходимы для поступления, медицинская справка нужна для всех абитуриентов, либо есть как-то это по-другому урегулировано в этом году? В этом году Министерство образования в правилах приема зарегламентировало, что медицинская справка нужна только для поступления в медицинские вузы и в военные вузы. Поэтому она не является обязательной, и мы ее для поступления не будем требовать. Будет сертификат, оригинал и распечатка баллов, будет аттестат с додатком. Дополнением. Оставляем его. Все. И 6 фотографий для мальчиков, приписное свидетельство. Достаточно длительный период времени в Украине пытались, популяризовать возможность делать электронную заявку. Да. Не всегда это удачно работало, у людей возникало, у родителей, особенно там, у абитуриентов, возникало недоверие. Все предпочитали приехать лично. Как в этом году это будет работать? Для сдачи документов. Мы очень надеемся, что в этом году оно будет работать так же хорошо, как и в прошлом. В прошлом году очень хорошо зарекомендовала себя система «Электронный вступ». Ссылки для подачи электронной заявки будут на нашем сайте, когда откроется вступ 10 июля. Будет и на нашем сайте, и на сайте Министерства образования, и на сайте областного управления образования. Везде есть. Достаточно просто. Каждый абитуриент заходит в свой личный кабинет, делает себе логин и пароль и выбирает, имеет право просмотреть все вузы, информацию о всех вузах, и там в электронном кабинете подать заявку. Мое личное мнение, что это немного лучше для абитуриента сосредоточиться и не слушая какие-то плюсы и минусы в очереди, ведь в очереди много чего наслушаешься и много чего говорят. Давайте мы еще прямо назовем вещи своими именами. Если речь идет о нескольких вузах, которые нужно объехать, возможно, в нескольких областных центрах, да. Бог с ним, еще до этой очереди нужно доехать, потратить деньги. Да. Это давайте говорить честно, накладно. Очередь, да. Выстоять, доехать, возвратиться обратно, поэтому в этом смысле электронная заявка. Ребенок подает электронную заявку, а потом, когда наплыв абитуриентов сокращается, это где-то первые 5 дней очень много людей, потом достаточно спокойно можно прийти и подать эти же документы вместе с электронной заявкой, и никаких проблем. Электронная заявка обрабатывается в течение суток. Каждый абитуриент в своем кабинете лично будет видеть, принята заявка или нет. Если она не принята, там будет расшифровано, по каким причинам. То ли неправильный предмет, это может быть вариант отказа, то ли все-таки количество баллов не соответствующее. Потому что нужно обратить внимание абитуриентов, хоть и сняли порог 124 балла, каждый вуз имеет право выставить этот порог. Мы
в этом году это все-таки новшество, и решили пойти навстречу абитуриентам, поставили 100 баллов минимальный. То есть для тех, кто сдает ЗНО, у них есть порог склавный склав, и вот склав — это уже 100 баллов. То есть вот этот минимальный порог мы пока поставили. Все равно это рейтинговая система, ребята выстроятся по рейтингу, и уже будет видно, кто претендует на бюджетное место. Если мы говорим вот непосредственно о Черноморском государственном университете, я правильно понимаю, ВУЗ технически готов эффективно, быстро обрабатывать вот эти вот электронные заявки, да? У нас выделен специальный человек, который занимается только электронными заявками и больше ничем, и обрабатывает их достаточно быстро, даже в течение дня мы не оставляем их и в субботу, и в воскресенье, для того, чтобы достаточно оперативно дать возможность абитуриенту понимать, приезжать, подавать документы или все-таки набор предметов не соответствует. Я хочу еще обратить внимание родителей абитуриентов, что ЧДУ имени Петра Могилы, единственный вуз, я думаю, в Николаевской области, который смог ввести альтернативу предмета. В этом году правилами приема было прописано только 3 предмета. Украинский язык обязательный, история, математика или иностранный язык, второй и третий один на выбор. Мы предлагаем все-таки 2 предмета. Для тех ребят, которые думают на несколько специальностей, они выбирают 4 ЗНО. То есть мы предлагаем им 2 предмета, чтобы расширить возможность все-таки вот этого выбора. Не могу не спросить, как это сочетается с упомянутой высшей приоритетностью? Ну, разные ситуации бывают. Хорошо. Ранее вступление, зачисление абитуриентов происходило в несколько волн. Угу. Тоже была там достаточно сложная арифметика, да. Но в принципе те, кому надо, понимали, как в этом году это все будет. Ну, в этом году планируется одна, но большая волна. Со 2 числа абитуриенты начинают, ну я думаю, что и раньше, но со 2 числа абитуриенты приносят оригиналы документов в тот вуз и на ту специальность, которую они хотят больше всего. 7 августа в 12 часов закрывается эта волна, и 8 числа уже ребята видят себя среди поступивших, среди зачисленных в этот вуз. И на эту то есть вот эта мучительная история, которая растягивалась на продолжение. Да, на 3 этапа, да. Теперь это все будет достаточно коротко и динамично. Ну, наверное, как-то это будет регулироваться с помощью все-таки приоритетности. Вот прошел на эту специальность, а потом на эту, потом на эту. Ну, посмотрим. Это новшество, новация, я пока не могу. Если мы говорим о Черноморском государственном университете, ну, традиционно, ВУЗ в таких высоких рейтингах достаточно. И не то, что в масштабах области, в масштабах страны. Да. Это приводит к высокой конкуренции, собственно, поступающих. Ну, я не знаю, скажем, в прошлом году, какое количество было заявок на какое количество мест? Вот. Ну, чего вы ждете в этом году? В общем, в прошлом году количество заявок на дневную форму обучения было больше, чем 6500. Это достаточно много. В этом году мы, конечно, ждем не меньше. Мы всех приглашаем поучаствовать в конкурсе. Наверное, самое большое количество заявок было традиционно на специальность правознавства, на мову и литературу, на международные отношения. Было, наверное, более 10 человек на бюджетное место. Но тут надо сделать оговорку, сказать, что на юридическом факультете, на этот факультет было выделено 7 бюджетных мест. Соответственно, если подали более 300 заявок, делим и получаем самый высокий конкурс по ВУЗу для поступления. Достаточно равномерно распределялись заявки. На технические специальности, возможно, было чуть меньше заявок, но там было больше бюджетных мест. На компьютерный факультет в прошлом году в общем и целом было выделено 150 мест бюджетных. Поэтому 500 заявок было разделено на 150 мест. А уже есть цифрами, вы владеете, какое количество мест вот непосредственно бюджетных по специальностям выделено? Нет, или эта информация? К сожалению, пока нет этой информации. Мы ожидаем ее, как всегда, в начале вступительной кампании. Сейчас уже распределено количество бюджетных мест по галузям знаний. И дальше идет распределение. Министерство обещало наиболее часом сообщить нам количество бюджетных мест на этот год, на вступление. А не бюджетных. Сколько контрактников можете взять? Сегодня можно уже говорить? Или это тоже пока преждевременно? Ну, эта цифра, она всегда привязана, потому что количество лицензованного обсягу, это общее количество, которое мы можем набрать. Минус бюджет, остается контракт. Поэтому... Ну, наверное, мы тогда должны еще поговорить
ну, я не знаю, в принципе, традиционно и иногородних достаточно много. Учитывая ситуацию на востоке Украины, можем допустить, что, собственно, в связи с тем, что Украина фактически потеряла вузы Донецка, Луганска, да, а там была мощная база, то можем предполагать, что значительное количество абитуриентов с востока Украины также будет пробовать в том числе свои силы и в Николаеве. Ну, я не знаю, общежитие для этих людей. Вот как, да, как вот это вот все организовано? Вот, мне кажется, когда этой темы нужно коснуться. Когда родители или абитуриент сам приходит подавать документы, он интересуется, есть ли общежитие. Общежитие есть. Есть оно и на период подачи документов, особенно для тех ребят, которые иногородние и приезжают сдавать творческий конкурс. Им нужно быть здесь 1-2 дня. Для них, пожалуйста, общежитие предоставляется на этот период. Если вопрос касается общежития для проживания уже после поступления. Перечень документов есть на сайте, есть в социальных сетях. Подаете перечень документов и обеспечиваетесь общежитием. В этом году у нас, кроме трех своих общежитий и нескольких арендованных, которые мы, ну, в зависимости от того, сколько подается заявок, арендуются места в других общежитиях для того, чтобы обеспечить наших студентов возможностью проживания в Николаеве. Кроме этого, еще есть несколько корпусов, которые готовятся под общежитие, в том числе и общежитие для иностранцев. Ну, также, наверное, хотя бы вскользь, но обязаны мы коснуться темы важной для любого вуза, это материально-технической базы. Мы знаем, что она есть, но не можем не коснуться. Ну и, конечно же, темы профессорско-преподавательского состава. Кто поведет к знаниям всю эту массу молодых людей, которые придут, собственно, за знаниями в Черноморский государственный университет? Ну, я думаю, что достаточно большое количество и профессоров, и кандидатов наук, и преподавателей, которые желают, которые хотят показать весь мир знаний нашим абитуриентам. Около 60 профессоров, докторов наук, больше 160 кандидатов, доцентов обеспечивают учебный процесс. Кроме этого, очень много преподавателей, которые тоже сопровождают наших студентов на протяжении всех лет обучения. После бакалаврата можно поступить на специалиста. В этом году последний раз набор идет на специалиста. Дальше такой осветнеквалификативный ремень будет убираться, и будет только бакалавр и магистр. И дальше уже аспирантура, докторантура, полный цикл обучения предоставляет именно наш университет по многим специальностям, и аспирантура, и докторантура. Кроме того, материально-техническая база, ну, достаточно известно, что у нас больше 11 корпусов, что у нас есть и кафе, и водно-спортивная база, и очень много общежитий, и все возможности для того, чтобы ребята хорошо учились, занимались спортом, занимались собой, развивались. Очень много клубов по интересам, очень много иностранных преподавателей, которые приезжают сюда, волонтеров, которые занимаются с нашими студентами, организовывают массу проектов, поэтому мы приглашаем. Хорошо. Ну, также должны, наверное, мы упомянуть, хотя выше это уже звучало, куда обращаться за более подробной информацией, может быть, за какими-то короткими справками, может быть, там, телефон приемной комиссии. То есть, если у кого-то из наших зрителей возникла необходимость либо желание уточнить какую-то информацию, как это сделать быстро и эффективно? В телефонном режиме приглашаю вас всех звонить на номер 24-41-89, это приемная комиссия. Он традиционно есть во всех доведниках, всегда абитуриенты обращаются именно по этому номеру. Можно посмотреть информацию на сайте, там вкладочка «Абитуриенту», и все, что касается абитуриента, выложено там. Кроме этого, это социальные сети. Ну и приходите к нам лично. Мы консультируем всех лично во время проведения ЗНО. Вот сейчас неоднократно проходила ЗНО в нашем университете. И абитуриенты, и родители приходили за консультацией. Двери открыты. Приходите. Со скольки до скольки еще раз? С 9 до 5 всегда. Без обеда? Да. Мы стараемся. Людмила Валерьевна Шерстюк, відповідальний секретар приймальної комісії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, була сьогодні нашою гостею, яка відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До побачення. Дякую, до побачення.